Привет, мы продолжаем. Удачного вам просмотра. Так, жди тут. Жди тут. Я позову Рошель, чтобы она тут все прибрала у тебя. Так, выбрасывай. Отдай! Мое. Лоду, я полететь. Я улететь. Я лететь. О, привет, Диш. Привет, дорогая. Отстань. Привет, мамочка. Привет, доча. Я хотела сказать, последи, пожалуйста, за Сифибом, моей лучшей подругой, да без проблем. Я ее раз-два. Я тебя отвезти. Хорошо. Пока. Вот, прилетели. Вот она. О, привет, Сифин. Все, давай. Я тебя целую, давай, пока. Я улетела. Типа улетела. Так. Кто тут у нас? Сифибу. Привет. Я уже повзрослела. Мне завтра исполнится... Мам, сколько завтра? Тебе 17. Видала, какая взрослая? Я уже мама, на посылки соблюдать. Но я немного приболела. А я вот сюда пока положу. Привет, я так соскучилась, что мам, что делать? Следить просто. Просто следи. И тут у нас так прекрасно, можно сказать, на всех мирах. Пока пытаться. Так, типа того. Так, я говорю. Сколько? Высуши мне вот эту футболочку. За мигом, давай ее сюда. Вот, бери. Фу, воняет, я в ней купалась. Фу, еще хуже. Да, люди. Ой, упала. Прошу. Я ее мигом высушу. Мигом. Так, надо только взять приборы для этого. Ты что? Я так. Вот, кладем ее вот так, чтобы высушить быстрее. Сейчас, секундочку. И чик. Супер, нам для этого понадобится вот такая губка, вот такая палка, и вот такая штука, и вот такая розовая какая-то штука. Приступаем. Первое, мы вытирать, мы... Правда, если у вас есть сифибум, вы можете легко и просто возьмите все предметы, которые нужны. Ватка нужна. Вот так промокните, если батарея не работает. Вот, не работает батарея. Ледяная. Вся. Ну, если у вас не работает, тогда вы берете вот это. Вот так промакиваете. И потом вот так. Берете вот это. Это вы легко и просто. Она такая шершавенькая. Вот так берете, чтобы она блестела. Это самое главное. И с другой стороны. Чтобы блестело, потом вот так потоптать немножко, так, каждый кусочек, потом вот тут вот так растянуть такой палочкой, растягивать губкой, где сухой, мы немного, как сказать, так, убираем всю воду оттуда, с этой стороны и вот с этой, и все, она как ой, стоп, вот тут. Вот как чистая. Все убираем обратно. И она как чистая. Та-дам! Вау, Рошель, надо все равно. Но это же я маме так делала все. Точно так же. Ничего не менять прямо. Ты теперь сюда перебралась? Секундочку. Тебе что,
игрушек мало. Пойдем. Вы можете вот так. Кофточка. Ой, дырка. Здесь еще губ. Типа вот так. Типа клоуна, да? Не клоуна, а да. Кукольного, вот кукольного театра. Типа. Руки всовываете, это большой и маленький. Тут типа получается тут носик. Вот так. Ну все. Вот, видите? Вот. Такая кофточка специально для нее. Теплая, надо ее высушить. То попросила. Разбавляй вот. Носик, Катюша. Сейчас высушусь. Полный нос, да. Так, ну подожди. Вот, у меня такие волосы крыть. Видите? А там куклу вынула и из воды. И начнем играть. Да, так, под руком. Да, что-то, да. Мы разобрались. Теперь нам осталось выйти. Пока ты себя хорошо ведешь, то скоро ты начнешь плохо себя вести. Потому что я это чувствую. Твоим глазам. Можно так сказать. Но я же... Да, я знаю. Ладно. Ты понимаешь, что я с тобой ухаживать. Так? И я себе укоротила... Как сказать тебе? Что я укоротила себе... кофточку, чтобы она была красивей. Как ты пойми, плохо себя вести, это очень плохо. Два поставить! Два! Ма! Лечу! Она тебя столкнула. Я ей... Да, я ее столкнула. А что? Нет, она меня столкнула. Я верю. Я ей верю. Ты как посмела. Иди в угол. Эх. Ночи. Но это не она специально, так что меня не другое. Ты пойми меня, мама. Меня никто не понимает. Я только повесила, там полотенце чистое. А почему оно мокрое? Не знаешь? Ух. Вот здесь. Ну, мама, ты понимаешь, что для меня это важнее всего. Подругу я не хочу потерять. Мам, я знаю, твоя подруга очень хорошая. Она тебе все время фост. Да, смотри, что она мне подарила. Она мне подарила такие прекрасные туфли, которые не забываются. Ты пойми меня, мама. Я хочу себе иметь подругу. А как я буду иметь, когда мне мама мешает иметь подругу? Хоть она мне купила прекрасное платье. Да, я знаю. Но я тебя должна от всего, пока твоей мамы нет, я тебя должна защитить. Стойте, можно я скажу? И я хотела сказать, что все это произошло из-за того, что это я виновата. Простите меня, пожалуйста. Нет, мама, мне ее очень жалко, мне жалко мою подругу. Она очень хорошая, она уже взрослая. Я ее вышла, но она взрослее меня, пожалуйста, мамочка. Можно? Ты не будешь со мной ухаживать. Хорошо, девочка, хорошо. Я больше тебя не буду тебя спасать. Ну, мамочка, ну, прощай, дурочка. Я специально так тебя спасла, чтобы... Спасибо. Подруга. Я тебя от любого спасу. Ой, у тебя это пахнет. Я в туалет хочу. Иди. Спасибо, подруга. Чуть не упала. Не смотреть. А в туалет. Кажется, я уже сходила в туалет. Супер. Эх, подруга. Жили долго и счастливо. Конец. Всем пока-пока. Смотрите еще. И сегодня у нас самый лучший день. И мы с ней теперь сестры. Всем пока-пока. Сестры. Пока. Пока. Ха-ха-ха. Пока.